Остап Бендер по-богородски. Прикрываясь липовым удостоверением сотрудника МЧС, 52-летний житель Рязани на протяжении 3 месяцев обманывал жителей Богородска. Владимир Хмельницкий стучался в частные дома и представлялся инспектором пожарного надзора. Показывает красную книжку. Какой-то инспектор пожарной безопасности. Как раз тут пожара проверяю, электропроводку, тыры-пыры. Вот, ну, надо, иди. Ну вот он прошел, у матери там проводка вся старая в дому, аж свернутая вот такая-то, старая еще была. И тут он говорит, вот старая, давайте выписывать штраф. Ну, дело по делу, давайте записывать. Тыры-пыры, фуры, мою дверь. Все записал. Я ему говорю, да, квитанцию ты дай нам за штраф-то. Он говорит, я схожу, отдам в контору, и из конторы вам по почте пришлют квитанцию. С вас 8 тысяч. Вот. Если не уплатите, говорит, через суд в 2 раза дороже. Ну, я их достал, я дал ему 8 тысяч. Ну, он 5 тысяч взял, все. И говорит, жди, говорит, в сентябре еще придем, Магарыч, готовь. Ну, так, по-свойски все так, знаете, вот так вот, как свой такой человек. Я еще говорю, спасибо, вы хоть об нас заботитесь, что у нас пожарный, проверяйте нас, все так ему говорит. Вот сюда сел на стул, на столе начал писать эти бумажки. Я вот здесь сидела. Почти плакался. Ну, нет у меня столько денег. Он видит, что я так расстроилась. Ну, ладно, 3000, говорит. Ага, я говорю, скидку сделала. Ладно, написал, все. Я ему отдала. Сама сижу здесь, аж слезы текут. Он вот пошлепал мне по плечу. Бабушка, это наша работа такая. Однако такую работу не оценили правоохранительные органы. Владимира Хмельницкого с поличным задержали полицейские, обнаружив при нем поддельные документы. В суде мужчина заявил, что вину признает и раскаивается. Так получилось. Ну, что было, то было. Ну, я осознал. Я все это осознал, раскаялся, все. Больше мне сказать нечего. В городе Москве у Казанского вокзала он встретил 2 незнакомых лиц, у которых приобрел поддельное удостоверение на сотрудника МЧС по фамилии Леднева и акты бланков на выполненные работы. Маша, последнее слово я хотел попросить извинения у потерпевших. Больше мне сказать нечего. Извините. Конечно, я извиняюсь перед вами, да, я виноват. Это знаю, я раскаиваюсь, ничего же сделаю. Больше не делай. Уже не придется, ты и не сделаешь, и желания нет. Жизнь длинная еще, так что это. Да, желания нет такого. Всего определить наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима. Мне сказать больше нечего. Кстати, как пояснили в пресс-службе МЧС, для любой проверки нарушений правил пожарной безопасности должно быть основание. Просто так прийти в дом инспектор не может. Он должен предоставить распоряжение о проведении проверки. А в случае выявления нарушений инспектор обязан составить протокол, а не требовать оплаты штрафа на месте.